Значит, решил записать небольшой фрагмент поездки по Англии. Природа просто такая красивая, погода хорошая. Вот, значит, везу одежду из Франции в Манчестер. 15 тонн. Пока все нормально. Второй день. Рейс на 2 дня. Так, второй день. Значит, пока делался одним штрафом за превышение. Не заметил, когда ограничения поставили 80 кратковременно. Ну вот, я там пропахал на соточке, потом с меня сняли в итоге за превышение. У меня тут комары, все чешется, поэтому так страшно. Вот, если бы я не чесал сейчас голову, руку, ногу, я бы, конечно, красивее. А что это он делает? Я бы, конечно, красивее вел. Тут скорость под 100. С горочки еще идем. Как не превысить. Ну вот, теперь горочку пойдем. Кусают и кусают комары. Перестраиваемся. Отлично. Развеска или поворот в это. Спать охота, причем в реале. Так, кочегарим. Так,
Некоторые ли было, кстати. Что это было такое? Нет, там прям даже не знаю куда. Прям, наверное. Нет. Съезжаем. Крутой поворот. Добро пожаловать в Манчестер. Прибыли. Главное, чтобы при въезде в город не крешилось. Не крешился ЕТС. Так, ну поскольку прибыли, здесь уже скоро будет ограничение. Городское. Подлагивает слегка, хотя не так, как в МС. Тут, по-моему, кругляш за кругляшом. Не успел. Вот на таком кругляше мне два раза и бортанули. Один раз на въезде, второй на выезде.
Не рассчитал, ну что поделаешь. Так, значит. Сейчас по-быстренькому делаем следующее. Принимаю. Так, ну и финансовое состояние 160 тысяч евро. Ну, ладно. Все, что я захотел, я записал. Все. Стоп.